Сережик, я все прекрасно помню. Все должно быть достоверно. Все? Паспорт готов. Клиент? В профиль. ФАС. Коза? Проход Михаил Светлов. Ну, входишь на каюта, оплачено. Стоп! Давайте попробуем еще раз. Все на исходную. Дубль. Дяденька, вы что кричите-то? Иди отсюда, мальчик, не мешай. Юрий Никулин. Я не трус, но я боюсь. И Сергей Светлаков. Я из России, у нас доллары. Андрей Миронов. И Марат Башаров. Он здесь. Анатолий Папанов. И Гоша Куценко. В суперпроекте НТВ «Бриллиантовая рука 2». Вы уже на борту. Через несколько минут этот красавец-лайнер совершит головокружительное путешествие в мир, где живут герои нашего любимого фильма. Протрите ваши иллюминаторы. Наши ведущие Артем Михалков. В самой читающей стране мира даже проститутки цитируют классиков. И Алексей Кудашов. В среднем люди лгут 3 раза за 10 минут разговора. Покажут, как рождалась легенда и что осталось за кадром. Сделайте мне еще раз, пожалуйста, пускай это там останется. Здорово. Тишина на палубе. Любимые песни зазвучат на новый лад. Помоги мне! Но прямо по курсу настоящая сенсация. На ваших глазах современные российские режиссеры создадут свою версию «Бриллиантовой руки». Bluetooth выпал. Куда занесет нас фантазия авторов? Держитесь за поручни, а то укачает. Теплоход «Михаил Светлов 2» отправляется. Кто там у нас кочегарит в машинном отделении? Сергей Михайлович Пленкин? Так надо! Тогда полный вперед! Кому принести подарки? Руки поднимаем. Да, все. А ты что? Кто принести? Идите папу обнимите. На самом деле, теплоход, на котором снимали заграничные турне Семена Семеновича Горбункова, назывался «Победа». Гайдай ничего против «Победы» не имел. Просто режиссеру очень нравились стихи поэта Михаила Светлова. В общем, слово за слово. Режиссер уговорил капитана на денек переименовать судно. Те, кто постарше, может быть, помнят «Каховка, каховка, родная винтовка» или вот еще «Гренада, гренада, гренада моя». Так вот, это он и есть, русский поэт Михаил Светлов. Настоящая фамилия Шейнкман. Поэт в те годы не то чтобы запрещенный, ничего крамольного он не написал, но, скажем так, опальный. Тогда говорили «хромает на 5-й пункт». Была в советских анкетах под 5-м пунктом такая графа «национальность». Начинать фильм с такой большой фиги в кармане вполне себе в духе Гайдая. Все равно, что сегодня отправить в плавание теплоход Эдуард Лимонов. Тоже смело, хоть и не смешно. Итак, дорогие товарищи радиослушатели, я жду свой репортаж из нашего морского порта. Через несколько минут этот белоснежный красавец-лайнер отправится в очередной круиз, увозя в своих комфортабельных каютах большую группу советских туристов в увлекательнейшее путешествие. Цигель-цигель, ай-лю-лю, чтоб ты жил на одну зарплату. И эта странная фраза «собака, друг человека».
40 лет назад на фильм Гайдая было продано 76 миллионов билетов. А теперь давайте посчитаем. $6 – это сейчас средняя цена похода в кино. Значит, сегодня «Бриллиантовая рука» могла собрать в прокате почти полмиллиарда. Новому поколению придется долго объяснять, зачем Володька сбрил усы и чем этот набор гэгов так смешит их пап и мам. Ну, пора, турист. В брутальном Лёлике узнавался лично дорогой Леонид Ильич. Главный менеджер Советского Союза частенько тискал в объятиях соратников по партии и в засос клеймил акул капитализма. Взять хотя бы этот крепкий мужской поцелуй. Сегодняшний зритель увидит в этом всего лишь гомоэротический подтекст. Но в те годы каждый советский человек понимал, пахнет здесь не эротикой, политикой. Ну, давай, турист! Так надо. Быстрее, быстрее, девочки, 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 идем, 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 не останавливаемся, очень красивый. Этот никулинский жест почти как гагаринское «поехали», чтобы вот так запросто простой советский служащий отправился в круиз по Средиземью, да легче было в космос слетать. Победа у причалов Гавского порта. Знатокам таких, правда, было немного. Немало удивления доставлял и тот факт, что переименованный для съемок теплоход «Победа» до 45 года назывался «Магдаленой». «Магдалена» бороздила морские просторы под нацистским флагом. Морякам Третьего рейха она служила плавучей казармой. Но советским труженикам вполне сойдет за круизный лайнер. Удивительное дело, но кроме названия корабля Гайдай ничего не придумал. Это Одесса, 56-й год. Теплоход «Победа», да-да, тот самый, увозит прямо в пасть мирового империализма идеологически проверенную делегацию руса-туриста. Желающих оказалось больше, чем нет на теплоходе. И получить путевку было довольно-таки хлопотливым делом. На борту жены и родственники номенклатурных работников, представители творческой интеллигенции, для полноты картины стахановцы и передовики. А куда же без них? Вот слесарь машиностроительного завода Виктор Сергеевич Либалин и инженер Елизавета Васильевна Тимофеева. На борту полный набор советских развлечений. По вечерам кино и танцы, днем шахматы, шашки, ну и, конечно же, лекции о международном положении. Наигранную улыбку всегда выдают глаза. Если вокруг них нет морщинок, значит, улыбка фальшивая. В среднем люди лгут 3 раза за 10 минут разговора. Вообще, по правде говоря, я не хотел ехать. Я думал купить жене шубу. Нет, нет, шуба подождет. Я считаю, главное – это поглядеть мир. Одностороннее пожимание плечом переводится как отсутствие веры в то, что говоришь. Кто-нибудь из вас знает женщину, которая добровольно откажется от шубы? Я тоже нет. Посмотрите на Семена Семеновича. Когда человек испытывает чувство вины, его взгляд направлен в сторону вниз. Стыд, стыд, еще раз стыд. Эмоции проявляются одинаково и у домохозяек, и у президентов. Правда написана на наших лицах. Ну и вы тоже едете за границу первый раз. Нет, я никуда не еду. А вот это правда. Всей семьей за границу не выпускали. Ну, во избежание, так сказать. Жена и дети как бы в заложниках. На случай, если Семену Семеновичу очень уж понравится берег турецкий. Что утепить? Водку, коньяк? Мне пивка. Для начала нам бутылочку водочки и бутылочку коньяка. 2 пива. О, мне надо позвонить мамочке. Помните сцену, где Геша Казадоев спрашивает у Семена Семеновича, взял ли тот с собой водку?
А вы какие-нибудь сувениры с собой берете? Нет, 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 нет. Я взял водку. Дело в том, что в наши дни, там, где Руссо Туриста, там и бар all inclusive. То есть все включено с утра и до вечера. Водку? Зачем же переться в круиз со своим самоваром? А все потому, что, отправляясь за границу, советский человек официально мог поменять только $50. Каждый крутился как мог. Бытовало поверье, что там у них на Западе на вес золота советская водка. Когда выяснялось, что выгодно обменять бутылку на видеомагнитофон не удастся, ее, как правило, выпивали. В наши дни впечатления о поездке можно оставить на специальных сайтах в интернете. Но и в те годы была одна отдушина для любителей непутевых заметок. Записки путешественников того самого рейса, где мог оказаться Семен Семенович Горбунков, до сих пор пылятся в лубянских архивах. В Неаполе наш турист Кочергин вел себя довольно развязно. Разгуливая по улицам, жевал американские резинки, держался обособленно от группы, а в Голландии даже надел на палец перстень. В Афинах во время обеда турист Николаев попросил вина и так напился, что в автобусе ему стало плохо. Он открыл заднюю дверь, его рвало, и на протяжении всей дороги оставался след, привлекавший внимание полицейских. По сути дела, модераторам с Лубянки приходилось разбирать все те же жалобы, что и теперь. Гостиница – полный отстой, сервис – на нуле, кругом – одно быдло. Для советского человека фильмы Гайдая словно комната смеха. Герои вызывают хохот, потому что зрителю показывают парад карикатур на него самого. Получается такой эффект узнавания с отрицанием. Нет, ну ты чего же этот урод похож на меня? Но я-то гораздо лучше. Вот даже если взять и точной калькой перенести гайдаевский сценарий в наши дни, получится все что угодно. Комедия, детектив, боевик. Но не будет ощущения зеркала, в котором каждый зритель увидит себя. Обо всем этом режиссер Михаил Хлебородов, конечно же, знал, но все-таки решил попробовать. Мы предложили эксперимент, он согласился. Такого ведь раньше никто не делал. Взять и перенести действие бриллиантовой руки в наши дни. Скажете, слабо? Подождите, скоро вместе посмотрим. Ну что, пошли, Лёля, да? Да. Так как насчет Гоши Куценко? Если добавить усы, головной убор, почему бы не попробовать? В 86-м он бросил учиться в Львовском политехе. В 90-м ушел со второго курса Московского института радиотехники. Юрой его назвали родители. Гошей он представился на экзаменах, чтобы не смешить преподавателя МХАТа фразой «Здравствуйте, меня зовут Юра». Сегодня в нашем кино можно по пальцам пересчитать фильмы, в которых не сыграл Гоша Куценко. Здравствуй, друг мой. Не сами. Скажи, пожалуйста, ты любишь фильм «Бриллиантовая рука»? Какая неожиданность. Да. Скажи, пожалуйста, а с каким из героев в этом фильме ты себя ассоциируешь? Я всю жизнь думал, что я Миронов. Он всю жизнь мечтал сыграть Миронова. Алло, слушай, а ты не хочешь сыграть Миронова, который в нашем фильме будет играть ту роль, которую играл Папанов? Нет? Слушай, Папанов же... Папанов, это же такая тяжелая артиллерия, это такая... Не знаю. Ну да, вот это, вот это. Конечно, я снимусь у тебя, Миженька. Как скажешь, так я буду делать. Я хоть тебе светличную сыграю. Помоги мне! Помоги мне! Князь! Смотрите далее в нашей программе. Сергей Светлаков, Марат Башаров, Гоша Куценко и Светлана Светличная в роли Светланы Светличной. В новой версии культовой комедии «Бриллиантовая рука 2». Но кто возьмется снимать продолжение? Кто из режиссеров замахнется на святое? И как еврейский вопрос едва не похоронил фильм Гайдая на полке? Об этом сразу после рекламы.
покрытый зеленью абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельниках мама родила. Видно, в понедельниках мама родила. Что они не делают, не идут дела. Плачет Бога, молится, не жаль слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачет Богу, молится, не жаль слез. Вроде себе бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю с ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и кляну беду. В день какой неведомо, и в каком году. Па-п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 а
Что, кухни мой, что ли? Да. Понял. Увидел кого? Да так, показалось. Закурить не найдется? Помнишь этот тип с черепом? Да. Папаша, огоньку не найдется? Так вот он на самом деле репортером в смене работал. Ну, это как газета «Жизнь», только черно-белая и без сисек. А, и вот он, чтобы Никулина на желтизну развести, загримировался, зажал его в туалете и давай своими вопросиками на эксклюзив разводить. Но Никулин мужик, не раскололся. Ты что, глухонемой, что ли? Да. Этот эпизод снимали на Сочинской набережной, но сейчас Семен Семенович с озабоченным лицом и вполне ясными намерениями выбежит из кадра и уже через мгновение окажется в Москве. Это как надо было хотеть в туалет, чтобы добежать из Сочи аж до Ленинского проспекта в Москве? Рядом парк Горького, нескучный сад. Вот она, хорошо знакомая по фильму «Лестница», где Семен Семеновича нагнал подозрительный тип. Папаша, огоньку не найдется? Парня из преисподней сыграл журналист Леонид Плешаков. На съемочную площадку он действительно приехал ради интервью с Никулиным, но попался на глаза Гайдаю. Темные очки, борода, джинсы в обтяжечку, гремучая смесь славянофильства и западничества. Тот самый случай, когда говорят, либо наденьте штаны, либо снимите крестик. Сегодня в окрестностях парка Горького хватает пугающих персонажей. То вдруг загремят по ступеням сапоги на лицо ужасного декаденствующего гота. Уважаемый, курить есть? А то заставит вздрогнуть восточный акцент заблудившегося гастарбайтера. Брат, есть курить? И, наконец, кому придет в голову отказать в просьбе подвыпившему десантнику? Папаша, огонька не найдется? Мастер подтекста Гайдай словно смеется над страхами обывателей. Жлоб в импортных шмотках всего лишь жлоб, ничего страшного. Итак, нам известно, что в нашей стране существует высокоорганизованная преступная группировка, занимающаяся контрабандой драгоценностей за границей. Манекенщик Казадоев причастен к ее деятельности. Это раз. Неделю назад в Турции Казадоев должен был получить крупную партию драгоценностей. Это два. Получатель посылки – некто Шеф. Известно, что через своих посредников по кличке Лёлик и Официант он также контролирует автомастерские и ресторанный бизнес. Это три.
Друзья, минутку внимания. Вы, конечно, знаете, сейчас модно писать в титрах «фильм основан на реальных событиях». Так вот, однажды в Швейцарии поймали контрабандистов, которые перевозили бриллианты, правильно, в гипсе. Об этом тут же раструбили в газетах. Так, благодаря Гайдаю, история, которую уже ни один швейцарский сторожил, конечно, и не припомнит, вошла в историю кино. На полагающееся мне по закону премии я, по совету друзей, решил приобрести автомашину «Москвич». Новая модель. Чтобы правильно понимать эту сцену, надо вернуться лет на 40 в прошлое. Сегодня это автомобиль дачников и неудачников. А тогда, в 60-х, для настоящих мафиози он все равно, что бумер для нынешней братвы. Не случайно шеф выбирает не какую-нибудь «Волгу», а по блату достает «Москвич», новую модель. В это трудно поверить. Купить «Москвич» без блата просто невозможно. Почти все автомобили прямо с конвейера идут на экспорт в загнивающие капстраны, ну, типа Франции. И даже считаются там образцом европейского дизайна. Фас! Профиль! На людях шеф маскируется под обычного пенсионера и, согласно советской табели о рангах, просто не может позволить себе такую покупку. Но сумрачный гений преступного мира придумал уникальную схему легализации преступных доходов. Легализация доходов от преступной деятельности осуществляется по стандартной схеме. Золото и бриллианты под видом вклада сдаются государству, и преступники получают за это свои законные 25%. Никогда не жившим в СССР и не понять, какую выгоду преследовал шеф, сдавая клад государству. Все очень просто. Нескромный пенсионер в автомобиле. Он бы обязательно вызывал массу вопросов. Перешептывания, анонимки, письма в соответствующие инстанции. А тут поделился с государством и спи спокойно. Я убежден, что каждый из вас, когда найдет клад, поступит точно так же, как и я. По имеющимся данным, для перевозки контрабанды преступники используют гипс. Наша с вами задача – сработать на опережение. Ну, а сейчас у вас есть час свободного времени. Теплоход «Михаил Светлов-2» отходит через 30 минут. Нужно торопиться. Смотрел «Аватар»? Да, по-моему, ни о чем. Сюжет вторичный, драматургии даже не пахнет. Сувенир для моей Наташи из Королева. Какой размер у твоей Наташи? XXL. Как мы это засунем? Ты что, дурак? Нужно завернуть во что-то мягкое. Минуточку. По-моему, достаточно мягкое. Доктор Хаус, обожаю его. Отличный, отличный. Лимончику бы. Лимону, лимону! Си-си! Ну-ну! Сильвио Берлускони! Михаил Светлов 2 скоро отплывает. Вам пора. Пип! Твою мать! Пип, твою мать! Пип, твою мать! Ты видел эти титры внизу? По-моему, у нас неправильно переводят. А чего ты хочешь? Это же пиратская копия. У этих русских нет никакого уважения к интеллектуальной собственности. Здравствуй, любимая. Пишу тебе из Стамбула. Стамбул – очень красивый, замечательный город. Здесь есть Гранд-базар. Размером он с Рязань. Но в отличие от Рязани, тут есть все. На этом базаре я купил тебе много подарков. Что не подойдет, а многое не подойдет, то подарим теще. Пусть носит у себя на даче. Там ее видит только тесть, а у него зрение -6. Здесь со мной случилась маленькая неприятность. Я сломал руку. Но ты не переживай. Рубашка не порвалась и даже не испачкалась. Местные врачи наложили мне гипс, но сделали это неровно.
я бы им ванную плитку класть не доверил. Еще врачи прописали мне какую-то мексиканскую микстуру. Она жутко сладкая и невкусная, поэтому я пью ее с солью и заедаю лимоном. Дорогая, хочу тебе сказать, что отдыхать на корабле гораздо лучше, чем в подмосковном пансионате «Рябинушка». Во-первых, окна хоть и круглые, но большие и открываются. А во-вторых, можно ходить по комнате, не пригибаясь. О тебе я не забываю, и поэтому в подарок купил тебе точно такое же полотенце, как у меня в каюте. Тебе понравится. Очень скучаю, твой муж Сеня. Ну что? Что? Что это такое? Ничего особенного. Обыкновенная контрабанда. Как? Контрабанда. Принесите счет, пожалуйста. Контрабанда золота в СССР. Сегодня это кажется абсурдным, а потому смешным. А теперь давайте снова вернемся во времена Гайдая. 1 января 1969 года в Советском Союзе узнали, что такое деноминация. Старые рубли меняли на новые 10 к 1. Но для простого советского миллионера поход с мешком денег в Сбербанк означал явку с повинной. Неудивительно, что воротилы теневого бизнеса так зауважали золото и бриллианты. Но что в таком случае мог предложить шеф своим зарубежным партнерам? Для зрителя это так и осталось загадкой. В фильме об этом только намеки. Обратите внимание на интерьер Гешиной комнаты. На сленге контрабандистов это называется... Это называется доски. На самом деле ОПГ-шефа вывозила за границу иконы, но цензура решила, что Гайдай и так позволил себе много лишнего, и эпизод передачи товара вырезали. Михаил Светлов. No. Пиджак, презенту my friend. А, friend, сериало. Суперио, come in, my friend, ТВ, сериало. Money, евро. No, евро. Я из России, у нас доллары. Доллары, money, евро, come in. Я вообще не... I am blue. Blue label. Элтон Джон. Yes. Yes. I'm sorry. Russo turista impotente Benelux. Общего у Гайдая с Хичкоком, а у Семен Семеновича с агентом 007. И что на самом деле значат эти цифры на номере? После рекламы мы расшифровываем код Гайдая. А также зажигательные хиты на новый лад и новая версия культовой комедии, которую на ваших глазах снимает режиссер Михаил Хлебородов. В нашем круизе все включено. Не переключайтесь. Thank you.
Светлана Светличная до сих пор подозревает, что у Гайдая до нее была другая. Кто-то играл уже в Сергея. И действительно, режиссер позвал ее после того, как раздеться перед камерой отказалась Клара Лучко. Стриптиз – дело тонкое, а Светличная проверила это на себе. Если бы молодость знала, с каким трудом Гайдай отвоевывал у цензуры каждый сантиметр женского тела. Был период, когда начальник телевидения, Лапин был там, да, он приказал вырезать эту сцену. Голая правда все же пробилась на экраны, но знаменитая сцена не принесла Светличной актерского счастья. Всю жизнь она мечтала о серьезных ролях, но режиссеры видели в ней всего лишь эффектную блондинку. И часто не давали актрисе даже рта раскрыть. Вот и Гайдай нашел ее голос недостаточно сексуальным. На озвучку позвали другую, оставив Светличной всего одну фразу. В самой читающей стране мира даже проститутки цитируют классиков. Лев Николаевич Толстой. «Воскресенье». «Не виновата я», – истошно кричит в суде отравившая купца Катюша Маслова. Но вот что интересно, на самом деле Семен Семенович ждал куда более страшный соблазн. Посмотрите на жену Горбункова. Разве так ведет себя женщина, узнав, что у нее есть соперница? И вы знаете, я не удивлюсь, если завтра выяснится, что ваш муж тайно посещает любовницу. Что? Она реагирует так, будто муж изменяет не ей, а как минимум родине. А теперь следите за движением губ управдома. Совершенно очевидно, что вначале здесь было другое слово. И это слово... Синагогу. Что? Казалось бы, при чем здесь евреи? Город, в котором живет сам Семен Семенович, ни на одной карте мира не обозначен. Но каждому, кто хоть раз бывал в Сочи, первое, что бросается в глаза – порт, где бросил якорь Михаил Светлов. Вот он, сочинский порт – шедевр эпохи советского монументализма. Отсюда и до дома Семена Семеновича рукой подать. Куда поедем? В синагогу. Я же не сказал ему адрес. Куда он меня везет? А здесь только одна дорога. По дороге можно заехать в ресторан «Плакучая ива». И проехать по набережной, где скромный бухгалтер, а по совместительству боец невидимого фронта, выходил на связь с родной милицией. Семен Семенович, ну давайте без самодеятельности. Издавна сочинские евреи собирались в самых неожиданных местах. Вход в синагогу как раз между бухгалтерией и риэлторским агентством. В лабиринте офисных коридоров можно заблудиться. При советской власти синагоги в Сочи не было, а евреи так и да. Были такие места, где они отмечали. Например, Новый год еврейский. Известно, что приехали евреи в гостиницу в Черном море. По праздникам лица ближневосточной национальности собирались в ресторане гостиницы «Приморская». Религиозный обряд маскировали под застолье. Тайно посетить синагогу означало неплохо провести время с водочкой и закуской. Этажом выше поселили режиссера «Бриллиантовой руки». Все происходило на глазах у Гайдая. Страшно подумать, куда могли завести простого бухгалтера фантазии режиссера, но цензура не дремала. Еврейский вопрос был решен в пользу супружеской измены. Не удивлюсь, если завтра выяснится, что ваш муж тайно посещает любовницу. А давайте-ка махнем на Дубровку. Дорогу покажете? Что ж, Яков Аронович Лукаевич, разве Дубровка это не ваших рук дело? Ну тогда поехали. Поехали. Этих людей мало кто знает в лицо, у них никогда не брали автограф, но это они, Яков Костюковский и Марис Слободской, придумали эти легендарные сцены. Как говорит наш любимый шеф, если человек идиот, то это надолго. Лёлик, я не понимаю, о чем ты говоришь? Сейчас поймешь. Может, там собака друг человека, а у нас управдом друг человека. На его месте должен быть я. Напьешься будешь. И это с их легкой руки вот уже столько лет притягивает к экранам «Бриллиантовая рука». Костюковский, Слободской и Гайдай были просто созданы друг для друга. Операция «И»... Где этот чертов инвалид? Не шуми, я инвалид. Кавказская пленница... Обидно, клянусь, обидно, ну, ничего не сделал, да?
только вошел. «Бриллиантовая рука»? Потом их пути разошлись. Все, что Костюковский напишет после Гайдая, уже не вызовет такого интереса. Все, что Гайдай снимет без него, уже не будет иметь такого успеха. Мы учили друг друга. Он учился, мы учились у него. Кинематографу, мастерству. Он учился у нас драматургии. Вот и подошла к концу дегустация коктейлей от барменов нашего корабля. Завтра с 9 до 12 утра в этом же зале состоится дегустация минеральной воды. Мы будем вас ждать. Алло? Вы заказывали такси на Дубровку? Что? Ничего. Говорю, машинка подъехала. Иномарка синяя, номер 287. Выходите. Куда? Я хотел, знаешь... Алло? Это доставщик пиццы. Скажите код на домофоне. Сейчас я тебя накажу, мой нарушитель закона. Сеня, я сниму с тебя все. И даже гипс. Feelings, nothing more than feelings. Нанотехнология. У меня рука стала телевизионный канал ловить. Очень удобно. Чтобы ты вся жизнь жила на одной зарплате. Вот эта сцена с летающей рукой запросто могла украсить фильм Хичкока. «Гайдай» — это наш Хичкок наоборот. Хичкок свои комедии успешно маскировал под триллеры и ужастики. «Гайдай» ужас действительности прикрывал комедийной маской. Тем временем атмосфера на площадке у Хлебородова уже достигла точки кипения. Кадровка есть, сценарий все читали. Мы же клонов здесь не делаем. Сейчас обсуждение идет не для этого. Только по воспоминаниям очевидцев можно судить, какие страсти кипели на кастинге у Гайдая. А здесь все происходит на наших глазах. За столом режиссера Хлебородова вот уже второй час до хрипоты спорят, кто из нынешних звезд кино мог бы дотянуться до звезд прошлого. Гайдаю было проще. У него претендент на главную роль всегда был только один. Я. Эти документы не разрешают выносить из архивов Мосфильма, а дают только полистать. Под честное слово. В запылившихся папках фотографии гайдаевских кинопроб. О бриллиантовом кастинге ходят легенды. Что, если бы Мордюкова зарубил худсовет, а вместо Миронова сыграл Вицин? Сегодня просто не верится. Ну неужели кто-то мог сыграть первого советского метросексуала лучше Миронова? Я должен себя принять волну. Выпить чашечку кофе. Однако Пуговкин, Вицин, Носик. При этом худсовет в упор не видит Казадоева в Миронове. Вот чудом сохранившийся протокол заседания. Вицин или Миронов? Если следовать традиции, то Вицин. Миронова в кино не везет. Миронов не кажется стопроцентным попаданием. Он все еще кривляется. Собираясь на кинопробы, Настя Слоневская все никак не выберет, что снять с себя перед камерой. Модель, менеджер, администратор казино, дизайнер. Кажется, она успела попробовать в этой жизни всего понемногу, когда высокую брюнетку, поющую в караоке, приметил известный продюсер. Расскажи мне о себе, я никто в твоей судьбе. Так Настя Слоневская стала певицей славой. Снимать ее первый клип позвали начинающего режиссера Михаила Хлебородова. Потом уже Хлебородов позовет ее в свой нашумевший «Параграф 78».
Выбор Хлебородова кто-то, может, назовет хулиганством, а кто-то и вовсе скажет, замахнулись на святое. Но от этой мысли он отмахнулся сразу, пусть говорят. Казадоева, то есть Миронова, сыграет Башаров, потому что похож. Стриптиз на хрупких плечах Анастасии Слоневской, более известной как певица Слава, и ничего, что брюнетка. Клоуна, равного Никулину, в России нет, но есть один симпатичный комик в нашей Раше, так что быть Сергею Светлакову Семен Семеновичем. Ваня, очкуй. Да. Как на самом деле должна была заканчиваться бриллиантовая рука? Что осталось за кадром? А как же кино? Кино будет. После рекламы мы, наконец, увидим продолжение культового фильма. Режиссер Хлебородов уже монтирует свою версию. Скоро мы узнаем, как сегодня могла бы выглядеть бриллиантовая рука. Знаете, в моей каюте сломался душ. Так не вовремя. Я не могла бы принять вас в ванну и выпить чашечку кофе? Одну секундочку. Секундочку. Только у меня одноместная каюта, и дверь в ванную комнату не закрывается. Ничего страшного, я подержу, дорогая. Только побыстрей, пожалуйста. Спасибо, мужик. Ну что, садитесь. А вот я люблю песню про зайцев. Про кого? Про зайцев. Сеня, про зайцев это не актуально. Я шоколадный заяц. А чё? Где кофе-то? Встречайте, Бонд! Джеймс Бонд! Беру. А теперь, внимание, правильный ответ Голливуду. Семен Семенович Горбунков, Советский Союз! С войны не держал боевого оружия. Но это не боевое, а скорее психологическое. При случае можно пугнуть, подать сигнал. Заряжен холостыми. Дайте им боевой. Зачем? На первый взгляд, кажется, Джеймс Бонд из него никакой. На самом деле, Семен Семенович – подражатель славных традиций агента 007. Да вы сами посмотрите, в некоторых сценах они просто копируют друг друга. Очень приятно. Горбунков Семен Семенович. Бонд. Джеймс Бонд. Гайдаевский шеф, он в нашем кино словно проездом из Голливуда. Я решил попросить небольшой аванс. Легким движением руки Гайдай превращает Бонда в Семен Семеновича. Эту шутку у нас тогда никто не понял. Фишка в том, что по ту сторону железного занавеса культовый фильм посмотрели миллионы, а у нас только избранные на закрытых просмотрах. Горбунков Бонд. Семен Семенович. Джеймс Бонд.
Про легендарные фильмы говорят, их разобрали на цитаты. С бриллиантовой рукой все наоборот. Фильм Гайдая чуть более чем полностью состоит из цитат мирового кинематографа. В наши дни это фирменный стиль Квентина Тарантино. Секрет прост. По замыслу Гайдая, бриллиантовая рука должна была стать кинопародией. Чем-то вроде голого пистолета. А в итоге все обернулось социальной сатирой. Совсем как в анекдоте про этих русских, что бы они ни делали, а все у них получается автомат Калашникова. Вот сейчас на экране мелькнет привет Эльдару Рязанову. Внимательно смотрите, в кадре появится афиша его фильма «Зигзаг удачи». А здесь Гайдай вовсе замахнулся на легендарного Чапаева. Летят утки, черный ворон. Летят утки, и добычи не добьешься. Того гуся. Да. Да. Совсем не случайно и эта сцена в такси. Актеры разыграли ее как по нотам, словно где-то уже что-то подобное видели. Почему он свернул? Ведь дорога прямо. А там ремонт. Объезд. Это почти дословная цитата из фильма «Государственный преступник». А почему свернули? Куда мы едем? Здесь короче путь. Детектив о буднях советских чекистов. Чуть более чем полностью состоит из пафоса и заезженных штампов. Это фильм из тех, что забываются, пока по экрану ползут финальные титры. А вот в них-то все и дело. Подвиг чекиста в исполнении Александра Демьяненко. Само по себе уже смешно. Воспел этот подвиг, представьте себе, Александр Галич. Да-да, тот самый диссидент, бард-антисоветчик. Есть версия, что виной всему личные отношения. Одно время Гайдай ухаживал за женой Галича. Хотя кто же заподозрит мэтра в пародии по мотивам ревности? Кстати, знаменитый штамп советских журналистов про город контрастов... Тема лекции «Нью-Йорк. Город контрастов». Галич высмеивал первым. Нью-Йорк. Город контрастов. Понятно. Порой гайдаевский юмор в таких деталях, что кое-где без подсказки уже не засмеешься. Вот смотрите, номер машины то и дело попадает в кадр. Думаете, просто так? 2870. Ого! 2870 – это в то время всей стране известный ценник. Столько в дореформенных рублях стоит бутылка водки. Вот он, ценный экспонат. Такую бутылку часто называют чебурашкой. Это ошибка. Так называли пробку с язычком, похожим на большое ухо. Стоит потянуть. Готово. Можно чебурахнуть. Но главное... В гайдаевской шутке, конечно, не форма и даже не содержание. Цена 2 рубля 87 копеек. Действительно, ого. Ведь еще недавно бутылка стоила 2,10. Зрителю из 60-х гайдаевский намек был понятен без слов, тогда еще шутили. Товарищ, верь, придет она на водку, прежняя цена. И на закуску будет скидка, когда помрет Хрущев Никитка. Говорят, у вас кружится голова, и вам нужно выпить. А сейчас хит сезона. Ну, пожалуйста. Представляем вашему вниманию пляжный ансамбль «Мини-бикини» 2010. Тонешь, тонешь, не потонешь. Тонешь, тонешь, ты сломаешься однажды. Тонешь, не потонешь, знаешь.
так танешь, 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 ты сломаешься. Не в пример камероновскому «Титанику» до сих пор на плаву. Вот уже 40 лет собирает зрителей у экранов с неизменным успехом. Посмотрим, что получается у режиссера Хлебородова. Вот скажи, вот это можно сказать, что коробка из-под пиццы, если не вот так вот крупно не снять? Все, вот пошел поднос металлический, как в гостинице, с накрытой этой штукой. А тут еще Гоша Куценко, как всегда, опаздывает. Что начинать съемку, когда ты не готов, ни хера? Гоша, где же ты пробки нашел? Скажи мне, а что ты делаешь на Смоленке, если ты живешь в Бутово? Давай, а то меня хотят подстригать уже на лысо под тебя. Скандал не быстро, но замяли. Съемочный день расписан по минутам. Цигель, цигель, и совсем нет времени на Аэлю. В новом фильме у них всего 3 реплики на двоих. А сыграть нужно так, чтобы не было мучительно больно. Что, Олег, а если он сейчас уйдет? А если он сейчас уйдет? Ешь, Герман. Плотоядно сглатывая. Вот как ты это делаешь? Нужно вот голову поднять. Собой занимайся, ролью своей. Я за партнером. И давай. Может быть, тебе сделать такой немножечко акцент? Венемир, партнер. Ты от себя иди. Ешь. Ты бы ушел, ебаный мать, от такой женщины. Ты ушел от такой женщины? Я-то нет. Я нет, но он верный муж. Нет такого мужика, который бы не хотел быть. А говорят, время великих актеров, подобных Миронову и Папанову, безвозвратно ушло. Но, может, Башарову и Куценко просто не повезло с великими режиссерами? Равных Гайдаю у нас сегодня точно нет. Настя Слоневская, кажется, всю жизнь репетировала эту роль, а тут все никак не может войти в образ роковой соблазнительницы. Ух. На помощь спешит сама Светличная. Не виноватая она, режиссер попросил. Прям волнуюсь, не могу. От чего? От того, ну, что... Ну, только актриса. Вообще шикарно выглядите. Одна заказывает красненького, другая беленького. Под звон бокалов говорят о маленьких женских хитростях. И уже не совсем понятно, где про кино, а где просто за жизнь. Я тебе могу сказать, убирай немножко секс. Вот, потому что это... По линии наименьшего сопротивления получается, допустим, да? Для начинающей актрисы уникальный мастер-класс от самой Светличной. Все, что Слава хотела знать о стриптизе, но боялась спросить. Шарм и секс, он должен быть мазочек. Не себя предлагать, да? Вот интереснее, если ты будешь недоступна более, но хулиган. Вот. Повороты сюжета готовит режиссер Хлебородов. Мы еще сами не знаем. А вы знаете, что Гайдай своими руками изменил финал «Бриллиантовой руки»? Мы не просто расскажем, но и покажем уникальные кадры. Как на самом деле должен был заканчиваться легендарный фильм? Синя,
Семен! Так. Анна? Это что? Салфетка. Что это за номер? Номер салфетки. Это здесь помада? Из Польши. Это что? Что это за деньги? Откуда эти рубли? Это не деньги. Это не деньги? А вот это? Это не деньги? Вот это? Вот это все? Это откуда? Что это? Меня надули. Тебя это что? Это что? А это ее надули. Прекрасно. Так, Сеня, с меня довольна. Я забираю детей и уезжаю к маме. Ну, к маме так к маме. Слова любви вы говорили мне в городе каменном, а фонари с глазами желтыми нас вели сквозь туман. Любить я раньше не умела так огненно, пламенно. В душе моей неосторожно вы разбудили. Помоги мне, помоги мне в желтоглазую ночь позови. Видишь, гибнет, сердце гибнет в огне дышащей лаве любви. И майским ромом пахнут сумерки синие, длинные. А город каменный по-прежнему пьет и ждет новостей. Закат опять окрасил улицу красками дивными. Но грозовые тучи хмурятся над вулканом страстей. Помоги мне, помоги мне в желтоглазую ночь позови. Видишь, гибнет, сердце гибнет в огне дышащей лаве любви. Этот уникальный документ долгие годы пылился на антресолях. Оригинальный сценарий, на страницах которого неизвестная бриллиантовая рука. Сейчас мы узнаем, как на самом деле Гайдай собирался закончить фильм. А!
Из подъезда на прогулку выходит вся семья Семен Семенович. И все в обновках. На Максимке ковбойская шляпа, джинсы в большой лакированной кобуре, пистолет. На Катеньке нейлоновое платьице с эйфелевой башней. На Надежде Ивановне элегантный розовый костюм. Надежда Ивановна берет мужа под руку и, краснея от смущения, тихо говорит: «Сеня, я хотела сказать, кажется, у нас будет ребенок». Когда на Никулина в кадре падает стрела подъемного крана, зрители ни на секунду не сомневаются. Бутафория. Давай. На самом деле, кран настоящий. Съемки только чудом не завершились трагедией. До сих пор неизвестно, что это было. Может быть, крановщиком двигала рука судьбы? А может быть, это был обычный похмельный синдром? Все, кто в эту минуту был на съемочной площадке, схватились за сердце. Все, кроме главного героя. В этой сцене Юрий Никулин показал, что умеет держать удар. Он доиграет дубль до конца. Только когда режиссер крикнет «стоп», актера увезут в больницу с сотрясением мозга. А к Гайдаю придет озарение. Это и есть «Финита ля комедия». А в это время в тесной гримерке актер Светлаков борется с отражением в зеркале. Это, конечно, издевательство начинать съемки в такую рань. Он еще не очнулся после вчерашнего, а уже гипс. Может, коньяка сейчас как шибануть? Пока что 9 утра смущает. Теперь он может сказать, что был в двух шагах от славы. Вот она рядом, актриса до кончиков ногтей. Стоящая проститутка, ногти, конечно, полная жизнь. Кто знает, может быть, на завтра им суждено проснуться знаменитыми. Значит, чуть пониже опустись. Обычно фильм о фильме выходит уже после премьеры, чтобы зрители могли увидеть, как это было. А здесь уникальный шанс посмотреть, как это будет. Да, но не переигрывая, как слышишь. Скажи он эти слова минуты позже, случился бы такой конфуз. Здравствуйте. На съемочной площадке Светличная появляется внезапно и эффектно, совсем как в кино. Вот она, Анна Сергеевна, номер 2. Я знаю Славу, и мне нравится, что она не блондинка, а брюнетка. Здравствуйте, Слава. Вот я посмотрю, на что они способны. Не отрываясь, она придирчиво смотрит на экран. Такой зритель не пропустит ни одной фальшивой нотки. Конечно, ей надо по спине так откровенно постучать. И он должен поблагодарить. Да, кстати, хороший. Вот пойдите, скажите. Тогда, ну, как бы ляжет все. Требуйте, пусть в соавтор вас пишет. Да. Немножечко закрепощенный. Вот я вижу. Закрепощенный. Я бы обязательно бы еще бы вот так, руки ж красивые, раз бы она была. Сделайте мне еще раз, пожалуйста, пускай да, она там остается. Да, когда самая раскрепощенная женщина Советского Союза раздевалась у Гайдая, то ни секунды не сомневалась, ведь это был ее счастливый билет. Я встретилась сразу с Мироновым Андреем. Ни за что не поверю, что у вас не было романа ни с кем на съемочной площадке. Не успела. Я вот кто-то меня там увидел, я говорю, я вообще, мы 3 дня всего были в Англии. Это были 3 дня, которые потрясли, если не мир, то мироощущение неискушенного стриптизом советского зрителя. Слух прошел, что Светличная будет раздеваться, так из других павильонов прибежала. Я психовала, нервничала, мокрая спина у меня по спине, бежали ручьи потные. Это вот когда я раздевалась. Сейчас она словно заново переживает те минуты славы, которые испортили всю ее жизнь. Тогда, конечно, она повредила, но сейчас, если бы не было бриллиантовой руки, наверное, не было бы этого интереса ко мне. Сделав Хлебородову ручкой, легендарная актриса уходит. Молодой режиссер Светличной понравился. Такого учить, только портить. Самое интересное, как всегда, остается за кадром. Вот Станислав Дружников судорожно сдирает искусственные ногти. У него еще помада на губах не обсохла, а уже зовут в кадр.
помад не оттерлась. Надо затонировать. Остатки лака актер догрызает прямо перед камерой. Стас, возьми по-мужски раз. Вот так вот. Зачем он перевоплощался в женщину, осталось загадкой. Режиссер сказал, ждите, будет сюрприз. В руках Михаила Хлебородова старая добрая бриллиантовая рука переживает полный апгрейд. Вместо заштатного приморского городка – столичный мегаполис. Знаменитая сцена в гостинице разыгрывается с новыми шутками. Вот, блютуз уронил. И героями нового времени. Да! Не, а можем, можем. Все, большое спасибо, на сегодня съемка закончена и вообще закончена. Да. Летят утки, летят утки. И два гуся. А куда мы, собственно, плывем? А теперь не важно куда. Теперь главное, чтобы подальше. Ты знаешь, что фильм у Гайдая не хотели принимать? Да, говорят, или фильм на полку, или партбилет на стол. Тогда он решил устроить им Кузькину мать. Взял и приклеил в конце атомный взрыв. Что тут началось, ты не представляешь. Кричат, оставляй Светличную. Оставляй остров невезения, только вырежи этот ядерный апокалипсис. И что теперь? Ну, мы же хотели, чтобы все было по-настоящему. Ты думаешь? А то. В этих коробках любимый сюжет, каким вы еще никогда не видели. Ну вот и все. Через 3 минуты премьера. Не переключайтесь. Марат Башаров в роли Казадоева. Гоша Куценко в роли Лёлика. И Сергей Светлаков в роли Семёна Семёновича Горбункова. Долгожданная премьера новой версии сцены фильма от режиссера Хлебородова. Сразу после рекламы. Ну что, Семен Семенович? А, все время забываю. Так значит, говорите, она сама к вам подошла? Да прямо на объекте. Говорит, надо в пентхаусе ее ремонт сделать. А. Я говорю, так надо ж чертежи посмотреть сначала. Понятно. Чертежей у нее с собой, конечно, не было. Вечером, говорит, зайди. Ну, вон, в гостиницу. Ага. Ну, ладно. Я пошел. Семен Семенович, так как говорите ее зовут? Аня. Анна Сергеевна. Анна Сергеевна. Аня. Печенкой, чувствую, клюнула настоящая рыба. Кто? Пожалуйста, будьте осторожны. Да вы не волнуйтесь. Мы будем рядом. Кто? Идите. Thank you.
Ну, смотри, есть два варианта. Красные туфли вроде как для вечера, ну и зеленые мне тоже подходят. Под то мое платье, помнишь? Mm-hmm. Размер, правда, маловат. Ну, я потерпеть могу, ты же знаешь. Mm-hmm. Да какие мне взять лучше? Возьми черные, не ошибешься. Слушай, ты опять за свое? Ты такая консервативная. Ты занята, что ли? Да нет, ногти крашу. Со своим куда собираешься? Ой, нет. Он на работе сегодня вернется поздно. Уставший. Слушай, он там так выматывается, ужас. Ага, выматывается он. Ты когда с ним последний раз в кино или в ресторан ходил? Угадай, на кого я прямо сейчас смотрю? Нет, не угадала. Алло, Аня? Здравствуйте, да. Мы на 17:00 договорились, я ничего не перепутал. Да? Все, я здесь уже, да. Все, сейчас приду. 524. Ага, иду. Он здесь. Лёлик, что за манеры? Увеличить можешь? Объект прошел в номер. Повторяю, объект в номере. Вас понял. Продолжайте наблюдение и ждите дальнейших указаний. Проходите, не стесняйтесь. Чувствуйте себя как дома. Я сейчас. А потом расчищала карманы мирно похрапывающего примерного семьянина. Для успешного завершения операции в одной из гостиниц города были установлены скрытые камеры. Так что преступники были взяты с поличным. Параллельно идет расследование двойного убийства в одной из квартир города. Перед глазами зрителя проходят кадры оперативной съемки поиска и ареста убийц. 28-летнюю профессионалку своего дела Елену Котлярову милиционеры сняли с поезда, на котором она хотела уехать из Екатеринбурга. Пришлось отскакивать екатеринбургским врачам после Лениного клофелина. Ограблен был неосторожный гость Урала на 14 000 рублей. И если бы не слабое сердце, из-за чего он чуть было не отдал концы после клофелина, никто бы об этой непристойной истории не узнал. Ведь раньше жалоб на качество Лениного обслуживания не поступало. Эй, парень, плохие новости. Кажется, ты попал. Ой, мама. На днях жертвой неизвестного киллера стал московский предприниматель Алексей Чижов. Смерти
Что с вами? Блютуз выпал. Ну, слава богу, а то вы меня так напугали. Нет, все нормально. Я-то думала, что-то случилось, чуть сердце из груди не выскочило. До сих пор стучит. Вот потрогайте. Да ладно, вы не бойтесь, потрогайте. Ну что, стучит? Стучит. Лёлика, а если он уйдет? Кеша, ты бы ушел от такой женщины. Я-то нет. Но у него жена. Кеша, Кеша, любой муж хоть один раз. Но хотел бы побыть холостяком. Чертежи скоро принесут. Ой, я же совсем забыла. Сейчас должны подвезти буквально с минут на минуту. А вы ведь никуда не торопитесь. А как насчет бокала вина? Лучше текилы. Нет, вино. Сегодня только вино. Знакомство. А чертежи скоро принесут? А зачем нам чертежи? Я вам сейчас сама все покажу.
Товарищ капитан, у нас проблемы. Пустите меня сейчас же домой, муж, откройте! Не виновата я. Он сам ко мне пришел. Все, ты попал, парниша. Конец. Сердце гибнет, огнебит. Не виноватая я! Он сам пришел! Не В Советском Союзе было много различных премий, и все мы понимаем, какие фильмы были ими отмечены. Фильмы же, любимые народом, наоборот, всячески гнобились и зажимались. Сегодня мы восстанавливаем историческую справедливость и возвращаем любимым фильмам все то, чего они были лишены в момент их создания. Официального признания. Всем спасибо. Бюджет 30 тысяч квадратных метров декораций, лучшие звезды Голливуда. Все это досталось Джеймсу Кэмерону на съемках фильма «Титаник». В нашем распоряжении был заброшенный ангар на окраине столицы, настоящий пароход из лучших сортов пенопласта и самые капризные актеры мира из картотеки Мосфильма. Выросло и состарилось уже, по-моему, шестое поколение, которое смотрит «Бриллиантовую руку», которое смотрит там «Иван Васильевич меняет профессию», и, а фильмы эти все равно популярны, они все равно собирают людей у экранов. Эти фильмы, на самом деле, это часть культурного кода, вот, ну, российского человека, да, там, неважно, советского человека. Итак, вот, замахнувшись на Леонида, нашего Гайдая, мы, конечно, не собирались переснимать советскую классику. Хотя, чем черт не шутит? А, смотрите, как намонтировали динамично Клео. Интересно ведь, в какие пески загонят красноармейца Сухова молодые современные режиссеры, попади в их руки сценарий «Белого солнца пустыни». Или вот «Место встречи». Что же, действительно изменить нельзя? Ничего себе, вы замахнулись на какую историю. Это проект «Русский Голливуд. Неизвестная история и новые киноверсии любимых фильмов. Бриллиантовая рука – это только начало». Нельзя говорить, что это там пародия или ремейк. Это пост-пост-пост-травматический модернизм. Вот.